Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Далеко за тремя морями находится сказочно красивый остров Кипр. В IV веке жил там дивный подвижник, епископ Нифонт. Незадолго до его кончины посетил его святитель Афанасий Великий, которого называют отцом православия. Он смиренно просил, чтобы преподобный Нифонт, когда предстанет перед престолом Божиим, вознес о нем молитву. Сколь же славен был епископ Нифонт Кипрский, если великий святитель церкви смиренно просил у него ходатайства пред Богом. Не иначе, как с самых ранних своих лет просиял он добрыми делами и подвигами. Но то-то и удивительно, что этот Нифонт, хоть и воспитывался с детства в вере и благочестии, однако в юности оставил праведную жизнь и предался многим порокам. Имя его стало нарицательным в Царьграде. С ним сравнивали юношей безбожных и злонравных. Как-то раз Нифонт решил заглянуть к давнему своему приятелю. Тот поспешил отворить ему дверь, но, отворив, внезапно отшатнулся и в ужасе воскликнул: «Друг мой, что с тобой? Я не узнаю тебя. Лицо у тебя страшное, темное, как уголь». От этих слов Нифонту стало жутко. Понял он всю глубину своего падения. Понял, что его черное лицо отразило его черную душу. Закрыв лицо руками, он побежал домой. Всю дорогу причитал, оплакивая себя: «Горе мне, грешному! Если в этом мире черен я душою и телом, то каким же предстану на суд Божий? Могу ли я еще покаяться? Как скажу я Богу: помилуй меня, если совершил я пред Ним столько скверных дел?» Всю ночь промучился он в тяжких терзаниях, а утром поспешил в церковь. Пал там пред иконой Пресвятой Богородицы и воскликнул из глубины сердца: «Помилуй меня, заступница христиан, помоги мне заблудшему. Хоть и знаю я, что не достоин просить у тебя ничего». При этих словах слезы ручьем полились у него из глаз. Не умел он их даже обтирать, потому что уже не помнил, когда последний раз плакал. Такой холодный и черствый была его душа. Ненароком взглянул он на лик Богоматери и изумился. Ему показалось, что Пречистая Дева улыбнулась. «Не может быть, — разуверял себя Нифонт, — что хорошего могла она увидеть во мне, последнем грешнике. И вот во второй раз со страхом и трепетом поднял он глаза к лику Пресвятой Девы. Ошибки быть не могло. Лик Богородицы светился радостью. И это заметили все в храме. О, как милостив наш Господь и Его Пречистая Матерь! Воскликнул тогда Нифонт. На меня, совершившего столько беззаконных дел, вы кротко смотрите со своих небесных высот. Значит, еще есть для меня путь покаяния. Домой Нифонт несся, как на крыльях. В уме у него была одна мысль: «Я сейчас же раздам нищим все, что имею, а потом уйду куда-нибудь в пустыню, подальше от столичных соблазнов. И если будет на то воля Господа, стану иноком». Стал он горячо молиться, чтобы Бог указал ему прямой путь ко спасению. И думаете, каким был Божий ответ? Нифонт тяжело заболел, но не пал духом, а, напротив, благодарил Господа за то, что поделом наказывает его. «Раз наказывает, значит, принимает и милует», – твердил себе Нифонт. И не ошибся в надеждах.
спустя некоторое время явилась ему во сне, кто бы вы думали, Пресвятая Дева, совсем такая же, как на иконе, и вручила ему масличную ветвь, символ прощения грехов и знак будущей победы над страстями в иноческом подвиге. Проснувшись, Нифонт почувствовал себя совершенно здоровым. Принял он тогда монашеский постриг и много лет подвязался в пустыне. Господь дал ему такую силу над бесами, противниками человеческого спасения, что те трепетали одного его имени. Под конец жизни удостоился он еще одного видения. Явилось ему поле, наполненное множеством овец, и предстал благолепный муж, подобный апостолу Павлу. «Что ты стоишь без дела и не пасешь царских овец?» – укорил он его. «Небесный царь ждет от тебя пастырства». И вот вскоре Нифонт оказался на острове Кипр и был там возведен в сан архипастыря. Послужив некоторое время, святитель мирно отошел ко Господу. Теперь предстоит он пред престолом Божиим вместе со святителем Афанасием Великим, за которого молился после своей кончины. И теперь уже сам с высоты небес смотрит на всех почитающих его память. А значит, и на нас, чтобы и мы никогда не отчаивались в спасении. А еще лучше, чтобы не впадали в грехи. Ну, а если случится, чтобы скорее бежали ко Христу с покаянием. Тогда в жизни у нас тоже будет свет и радость. Храни вас Господь, мои хорошие.